Ой-ой-ой, опасно. Блядь! My bad, my bad. Да ладно, ебать. Санстрайк, блядь. Мид надо выйти. Ой, блядь, три героя, ебать. Четыре, нахуй. No. Где ты, блядь? Помоги, блядь, моего кэрри хуярят. Убить, убить, просто скайма. Хорошо, блядь, неужели? Все, спасибо, блядь, за ТП. Здесь тиник сейчас будет проходить. Пизда тиника. Хорошо, дал визарм. Все впиталось. Сейчас, помогите мне, меня сейчас Сильвера ёбнут. Я ебашу вот этого. Я ебашу, ебашу. Хорошо, дальше. Дайте три квадрокилл. А похуй. Типа дайте мне сатаник БКБ-ха, мы их трахнем здесь. И может закончим игру. У меня сейчас тиник влетит, я БКБ сразу напомню. Ну вот тиник меня повлетел, как я и прочитал. Хорошо, хорошо. Меня всю хуйню дают опять типа. Хуярю, хуярю. СФ у пизда, СФ хуйню делает. Бля, ебать, что они делают? Они просто посыпались. Охуеть. Что они делают, боже. Йо, всем привет, друзья, с вами Друкс, на одной дерут по доте. Играем на Хускаре. Это у нас... Что тут по званиям? По званиям герой 4, хз рыцаря. Лайнапчик против инвокера. Я думал... А, у них SF carry, блядь. Окей. Крипов пока нихуя нету, ну как бы... Бывает. Блядь, у меня дота лагает. У тебя не лагает дота? Не, нормально все. Ну что пингует, блядь. Отмазка если что есть? Блять. Если будет смерть, отмазка нормальная, отмазка готова. Блять, у меня два крипа, чтоб ты понимал. Двух пачек. Из восьми крипов, то есть. А чё ты так на пудже решил сыграть? В смысле? Ну я давно на так пуджика, знаешь, взял такой с арканой, да? Я на нем вообще не могу играть, его постоянно банят. Мысли реально? Не, ну это понятно. Я поэтому и аркану-то и не брал, потому что у Пудж бездарь в этом плане. Ну типа хуёво за него играть. Потому что ты его никак не можешь взять. И как бы... Нормально, вроде реабилитировался хотя бы. Тут что-нибудь сделаю. Чё, мне вангард туда не собирал? Я вчера... Да хз, играй как хочешь на самом деле. Я хотел вангард собрать, но... У меня спектра. То я давно не играл в доту. Сам понимаешь, да? Из ЛПХи недавно вышел. Только одну катку вчера отыграл. Окей. Ага, крипов. Подожди. Давай вот сюда. Ой, блядь, крипов проебываю. Стрелы в двойку. Ты же меня не убьешь, чел. Не убьешь, не убьешь. Не-не-не, пошел нахуй. Пошел! Бля, был бы сапог, я его сейчас ёбнул бы. Представляешь себе? Или я его сейчас ёбну, подожди. Он умер? Сука! Бэби инвокер! Лилипут ебаный. Подойди сюда. Бля, там ты пойми, да, дают? Лилипут, сука, ебучий. Ой-ой-ой, опасно. Бля, тут... My bad, my bad. Ебать, за фаржа 43 рубля дали, прикинь. Охуеть. Ну тут my bad, ладно, ничего страшного. Сейчас реабилитируемся, ничего страшного. Я всегда поначалу так, я умираю. Похуй, похуй.
Пойдем. Нам что-то больно тут. Просто нам очень больно. В смысле? Бля, ну меня лагает, я не знаю. Тяжело что-то. Без рофла. Реально, типа. Бля, не, ну вот сапогом уже будет ему больно. Ладно, Форжика призвал на защиту. Тут, конечно, тяжеловато будет, потому что Форж, блядь, минус армор, и у меня два армора, нахуй, всего. У Хускара, понимаешь? Ебать его в рот. Надо Форжа сначала убить. Отлично. Потом можно и локера давать. Он Синстрайк дал, который не попал. Который не попал, да? Ой, это бля. Мутантик, от меня убивают. Ты петух этот. Ну ты как хотел. Это ж тебе не рекруты, нахуй. Это ж тебе не рекруты. Бля, я вот думаю, что вкачать, может. Да ладно, ебать. Бля, ну тяжело пока идет, тяжело пока игра идет. Реально. Ну хули тут. Вообще нихуя давно не, ну типа, 17-го только одну в рейтинговую сыграл. За две игры всего лишь за вчерашний весь день, нахуй, это пиздец. Что, дота лагает? Я ебал. Ладно. Так сказать, на ошибках он меня ловит. Это хуёвенько, конечно. Что-то расслабился я. Алло. Слышно? Ты тут? Сейчас, да. Да. Сука, не успею накрыть. Па, бля. Санстрайк, блядь, почему я думал, что он санстрайк даст вот эту точку, а не вот это? Ебать, я думал почему-то. Почему я так думал? Сука, почему я думал, что он санстрайк сюда дал? Он, бля, ну он же... Сука, там за микрозадержка была. Ладно, похуй. Задержка. Да я думал, реально какая-то задержка, бля, это пиздец. Но у него тут типа 1,7 секунд написано на санстрайке. Я не знаю, почему я так думал, что он именно туда даст. Ну похуй, ладно. А, петушок уже здесь. Локер с руной ушел. 0-3 нормально, в принципе.
Нормально, расслабься. Я такая же хуйня. Разыграться надо. Ну нахуй. Ты седьмой уровень, а я четвертый. Да и похуй. Локер ушел наверх, наверное, аккуратно. Ну, наверху все нормально у пацанов, вроде, нет? Инвокер восьмой с Мидасом, это хуёво. И с Армлетом, в принципе, будет полегче. Почекаем. Мои ошибки, типа, блядь, санстрайки, колдснэп. Там вообще такие, блядь, тупые смерти, это пиздец. Бля, ну бастак, ну чехло. Надо было встать. Два фаржа, там уже тяжело будет, да? Ты что исполняешь, жирный? Иди на черце. Чё, мид можем выйти? А зачем ты сюда пришел фармить дрэк, что ли? Мид надо выйти. Ой, блядь, три героя, ебать! Четыре. Четыре нахуй на миду, ёбнешься. И тут еще вард стоит, ебать! Здорово, нахуй. Поиграли в дотку. Да нет, все нормально. У Люкана все норм. Да это пиздец. Да не, нормально. На самом деле, вот эти вот смерти, они не особо нихуя не дают, типа. По левелу, по голду у меня, в принципе, все норм. Я говорю, там ошибки такие, по хуйне. Тычку нахуй не дал. Возможно, все и хуёво. Лишь доктор. Это у нас кэрри спектра? Бля, у спектри нихуя нет, но это будет тяжело выиграть. Но опять-таки, надо попробовать. У меня лагает, я не знаю, это пиздец просто какой-то. Это ульты еще. Да мид спушить, я думаю. Сейчас тп-хи будут давать 100% на мид. Давай, я тебя хукну. Давай, давай, блядь. Хукай. Тиник уже прилетел. Тупо камень, ебать. Стоит. Можно их, кстати... Бля, не, нельзя их ебнуть. Тиник, тиник. Папа, я не ну, блядь, навряд ли. Ну, так-то да. Только ты немного не попал, но ладно. А я чуть-чуть. Ну я хотя бы виж доктора убил, ладно, похуй. А он умер, да. А бы тебе просто, блядь, блинк покупать и все, нахуй. Ты бы просто блинковал, сожрал, я бы прыгал и все. Там за, ульт, за твой. Нет, за твою ульту мы бы убили. Да, в смысле нету. Ну к блинку у тебя была бы сейчас. Так блин, сейчас скоро. Рано или поздно был бы шестой. Нормально, я девятый, инвокер десятый, при условии того, что у него мидас, который дает ему экспу дополнительную, похуй. Пойдет. Армлет просто нужно вывести. Не, реально, типа, у меня даже 15 минуты еще нету, у меня как бы скоро армлет будет, лол. Нормально. Обычно на 15 минуте нужно себе армлет уже иметь и сенжу. Ну что это, ебать, меня лагает, пиздец. Ну, спектра сильнее, чем СФ, на самом деле, в лейте. А чё, мы СФ не забыли? Ну, он там... СФ, давай. Тиник, нахуй, там вышли, мне он тут не помочь, типа. Чё попробовать? Там 11-й. Подходи к нам, сейчас будет какой-то здесь файт, скорее всего. СФ, СФ. Жи, жи, жи его, нормально, мы идем, мы идем. Хукай, хукай. Так, это зачем ты отходишь? У него сейчас скайлы от... Бля, ладно, похуй, нормально. Там видишь, доктор летит, надо просто из-под выйти здесь. Армлет нужно сейчас быстренько себе повести. 0-4-2, здорово. Бля, ну драться здесь... Не, мы не можем драться, ребят. У нас пуджа нет, спектра далеко, кнопки у меня КД. Отойти, нахуй.
ну тяжело будет, здесь, блядь, здесь фаст БКБ надо нахуй. Все, лебарду, блядь, не убивать. Давай, БД попробуй. Да она, в смысле, нахуя. Сэфа можно еще раз убить, а есть блинк, у тебя нет, да, блинка? Надо где-то деньги. Ну, пошли. Можно вверх пробовать? ВД, ВД. Кухань, блядь, да, опять блядь, меня. Ты вовремя прыгаешь. Ну ебать, ну я переживаю вроде. Намаз. Ой-ой-ой, тут что-то происходит. Давай, нужно помочь. А у меня нет. Хорошо, нет. Нормально, я хуярю. Тиник, тиник. Пизда мне. Да ну нахуй я переключил армлет, когда у меня этот. Заберешь их? Бля, Люкана нет. Люкана нет, нихуя. Где Люкан? Люкан! Ульту и убивайте. Неужели догадался нахуй? У него на инвиз нет маны, нихуя. Ноль маны на инвиз. А, на ТП есть, но ты не. Блять, я думал, ты раньше отойдешь. Братик, братик, братик. Ладно, нормально, похуй. Не надо вплотную к нему подходить. Братик. А ладно, вранья. Вообще, если Люкан, ты бы раньше подошел, блядь. Просто стоял на базе, если чё. Лишние 3 секунды, когда, в принципе, блядь, Тиник с блинком. Тиник это саппер? Тиник это не саппер. Это хуёво, конечно. Не саппер, тогда это нормально. Тини... А, Тини это тройка, все правильно. Тут просто БКБ надо. Не знаю, сука. БКБ-ху надо. Пойти что ли этот Рошанчик забрать? Я иду наверх, я наверх иду. Все правильно, купи тапок и блинк. Ну бля, блинк уже поздний будет, типа. Но все равно блинк коневый хорош. На сейф, на... А можно не брать, можно мне тогда против магии что-то брать. Да блинк бери, похуй. Какой-нибудь... Постой со мной на этом. Ну здесь просто постой, если что выхукаешь меня, я надеюсь, что ты выхукаешь. Ага, только ты не дергайся. Давай Тини убьем. Он не один, смотри. А они, кстати, идут. Я знаю, да-да-да. Смотри, смотри, ребят, подцепил. Инвокера красавчик. Я Тиника на себя взял. Они без Тиника. И без инвокера? Ой-ой-ой, пуш, молодец, красавчик. Го Рошана, Рошан наш, ребят, Рошан наш. Стой, а сейчас иллюзии там. Ребят, вот эта тема меня сейчас спасла только что. Блять, 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 блять. Ебать. Убиваем его? Убиваем. Ой-ой-ой, блять, у меня маледик. Ну шо. Вы их там сами как-нибудь. Блять. Да сука. Пропушьте мид, все правильно. Меня спасла вот эта Огаракс, понял? Центра... Блять. Угаракси, санфрак. Нахуя, на... да не надо, я его просто рейтиком захуярю. Выйди из этого просто здесь стой, чтобы меня выпукать если что. Если они уже возвращаются. Сейчас санфрак здесь кинет. Блять, быстрее. Санфрак кинет. Блять, да. Нормально. Да, продолжай, продолжай, хукай! Давай. Надо сразу здесь. Бля, ебать ты баклауша. Ты ж мог хукануть, когда он выходил из логова Рошана. Ебаный в рот, только Аегис. Ладно, похуй. Ну если ты испугался, я через 3 секунды из таверны выходил, блядь. Ебать. Я все равно испугался. Ладно, похуй. Ну я говорю, типа, ничего не все потеряно. У нас спектра фармит с Яшей. Кстати, правильно, это имбил, то что она... Бля, почему аганима не делают? Ну что за хуйня? Какой аганим? Почему спектры делают аганим после Яши? После начальных и потом аганим? Что за хуйня? Где Радианс? Потом выход в Тараску, в Манту. Что за хуйня? Это ж в лейте нужно аганим добирать, это ж хуета. Пиздец. Там СФ фармит, бля, СФ нужно Керасу делать кто-нибудь. Кто-нибудь по типу Люкана. Люкан Керасу, хорош. Бигбай уже. Бигбайчики поставил тупо. На самом деле, блядь, она так фармит со своими айтемами, что можно у нее забирать 2 спота, я думаю, в лицо, потому что она хуй хуй фармит, блядь. За минуту.
Вот с БКБ-хой на самом деле можно вообще минусовать всех. Ну, инвокер слабый, это я тупой, это я долбоёб. Я просто ему дал фору. Я там тупо умирал. Меня сейчас тихо слышно, да? Нормально. Можно... Опа. Петухана. Не надо. Продаем и выйти, продайте выйти, а ты, к сожалению. Всё, я не хочу играть. Это нормально, блядь. Это фантастика. 3-5. 3. Да похуй, ты ж саппорт. Это добрый вечер. Главное, чтоб ассисты у тебя были. Хотя у тебя и киллы. Так я 3-6, ебать, добрый вечер. Блять, вот левел 10 у спектры, вот это меня вообще, блять, не радует. То есть на мой 13-й, почти 14-й, с люканом на 12-й. Блять, пизда мне, еще мне. У них два смока ебаных. Боже, блять. Просто два смока хуярят. На самом деле, типа, они в лейте нихуя не сделают. Только SF может им помочь. Но у нас лейт сильнее, потому что у нас спектра. Просто за БКБ хуй ебем их. Они сейчас вот это вот ходят, со смоками убивают. Они на вас вышли. Надо БКБ просто сделать и все. Типа, если я сделаю БКБ, они нихуя мне вообще не делают. В смысле, а под смоками типа не видно через варды? Нет, не видно. А, серьезно? Даже на аванпосту не видно. Да. А я не знал. Нигде не видно. Это как невидимость универсальная. Ой-ой-ой! Я говорю, это бездарь. Я бегу на ноге к вам, ребят, бегу на ноге. Давайте, да, деритесь. Книгу возьми себе. Я по смоками бегу под миллион мувспидом. Блядь, живи. Надо прибежать, помочь. Дофайтиться, я бегу. Бля. Стой вот здесь, слышишь, они сейчас на меня пойдут. Там блинки ебаные, здесь скаймаг должен быть еще где-то, ну похуй. Я без БКБ просто пальцы не хочу, мне сейчас летит. Я хотя бы кого-то разменял, просто пришел. Давай, сунжой. Если выхукаешь, можно убить, да. Подожди, я бегу. Ну хукай, ты его не хуканешь, он под крипами там стоит. Ну хукай, я еще подтянусь. Ну тут вар стоит 100% из 100. Да, он на блинке. Тут вар стоит. Просто отойти, потому что они уже зародились. Ну я, в принципе, БКБ-ха, я могу 1 в 5 драться, потому что у них пик такой. У них пик такой, то, что у них магический. Го вверх ты 2 ломать, они внизу все ТП проебали. Давай. Го пушить. Они внизу 3-4 ТП отдали. То есть, если придут 2 человека наверх, мы их ёбнем. С моим БКБ-хой. Поэтому он сейчас просто... Ну, знаешь, мы, наверное, не сломаем, потому что у нас особо пуш-потенциала нет, то... Просто пару ударов скинуться и как бы похуй. Они сейчас будут на ноге идти. Мы еще на ТП-хе уйдем. У тебя есть ТП? Да, есть ТП. No. Вот пару ударов давай делаем. Похуй. Они в нашем лесу. Они в нашем лесу, здесь просто нужно ломать. Есть досты? Нет. Я умер. Ты умер? Ебать, нихуя себе. А они... Откуда у них ТП? Я просто не понимаю, что за хуйня. Они так быстро подошли, что ли? Это пиздец. Тут надо 5 на 5 драться. Что за бред, блядь? Они только что ТП на Т2 давали. Что за хуйня, блядь? У них рефрешер на ТП, блядь, есть. Что за бред? Это пизда. Да не, нормально играем, похуй. Тут мы просто... Ну, блядь, я не понимаю, что за хуйня. 5 на 5 мы их сильнее, потому что, в принципе, у нас люкан, у нас, блядь, этот... Досты нужны еще, блядь. Нормально, похуй. Конечно, смертей дохуя, но... Куда без них. Блядь, 1-5 спектра, ебать. Только сейчас заметил. Это хуёво. Надо дефать, я лечу. Есть что? Люканчик там. Без ТП-хи, да, люканчик? Эх. Эх! Надо помочь, блядь! Ну, это понятно. Трекет килл вообще нихуя не помогает. Люканчик без ТП-хи, мы не можем, да. Ладно, проебали. Это пизда. Чел без ТП играет. Да я не буду, я бы, короче, блинк собирать.
Ну не собирай, да, я думаю. Похуй. Буду я против магии собирать. Shadow Blade там, скоро нахуй Silver. Не знаю, они не понимают, что мы 5 на 5 их сильнее. Люка на Керасе скоро. Они просто не играют 5 на 5, они как-то по одному обычно играют, я не знаю. Мы, точнее. Ой. Сейчас просто один файт перевернет игру. Для нас. А для них особо не перевернет. Ну, типа, просто мы в таверне посидим, они могут пропушить. Готов на все. БКБ-ху разобрать нельзя, не знал. Что там есть? Посмотри, Рошанчик. На тебе досты, слышишь, здесь? А, у тебя есть досты, хорошо. Нет. Но они наверху хотят играть наши, я не знаю, нахуй они это делают, он там спектра умирает, блядь, от СФ. Но я бегу, надо ее добить как-то. Есть за... Да, зацепи ультой как-нибудь. Давай, давай, ну. Ребят, так вот где? Досты есть, досты нужны. Досты. Да. А, все. Можем пофайтиться, го 5 на 5 файт, у меня БКБ есть, все есть, давайте. Инвокера надо фокусить, инвокера самого первого фокусим. Они на миду. Фокусим просто инвокером пятером. Блять, тебе нужно было, наверное, блинк сделать. А, они не будут пойти. Просто на захват. Они сюда пришли. Сейчас можем нафидить, кстати. У нас позиционка не особо хороша. Можно их как-то? Смотри-ка. Бля, не, давайте отойдем в пизду. Можно хукнуть? Все, короче, я отошел. Я пойду с я пойду наш аванпост заберу. Так сказать, наша. Отдай свою жизнь. Отойти надо. Что? Что? Чё он говорит, блядь? Да, аганим не собирается. Аганим? Не, кстати... Да, аганим я позже аганим сделаю, позже. Блядь, или даже сейчас, наверное, сделаю. Подожди, надо подумать. Но аганим дает контроль. С контролем у нас все хуёво, поэтому... Бля, вот если бы кто-то хекс купил, например, да, какой-нибудь герой, было бы вообще четко. Но на хекс саппортов просить это самоубийство, блядь, потому что они его не соберут. Сепчик. По-моему, они на Рошана пошли, они Рошу верят. Я бегу на Рошу, на ноге, правда, но они не смогут его быстро забрать, я бегу. Но Рошана вроде не было. Подожди, не деритесь там. Го 5 на 5, опять файт. Файт наверху. Не аганимчик, я сейчас буду собирать. О, они Рошана забирают, мы будем? Я бегу на... А, да? Го на варде их ёбнем, не? Бля, я не знаю. Да ф... Они будут сверху Т2 забирать, нужно убивать. Блять, за это, сука. Го 5 на 5, блять, Люкана пизда. 50 секунд в таверну. Тут тиник, слышишь? Можно тиника ёбнуть. Пизда. Не, ну без этого будет тяжело, конечно, играть. Какой там левел спектры? 14, блядь. Что так... Почему они такие низкие по левелу? Спускай мага, блин. Го файтится здесь сейчас. Смог слухнешь тиника? Сейчас он будет ломать. Наверное, нет. Нормально, просто деф там. Зря ты вышел, кстати. Так он все равно улетел. А не знаю, что ты здесь, да.
Ну понятно, тут и вард стоит, они нас видят. Нужно, чтобы кто-то вверх отпушивал линию, а я на миду пока. Они сейчас тиник, наверное, на меня будет тосать. Скорее всего. Но не внизу. Спектре, кстати, может быть пизда. Чего она так фармит, я не знаю. Вот это ну, Т2 снизу ломать, не? Ой, типа, блядь, задефать. Люкан. У него ТП опять нет. Бля, это пизда. Тупо ТП нихуя нет. Раздевард... есть девард? Давай зайдем на Т. Раздеварди здесь. Ой. Нормально. Тут где-то варды 100% обсерв точно есть. Так, шишки ебаные. Не, ну нам, конечно, файтиться желательно не нужно. Я рискну. Гони с дефать. А, нам уже там. ТП есть на Люкане? ТП нет, блять, на Люкане. Люкан, короче, проебывает игру, он хочет проебать ее. Долбоеб, ну ТП нахуй сделаю уже, ебать, нам бараки сломают, блядь. Мы не можем начать, потому что у нас инициатора ебаного. Где ты, блядь? Помоги, блядь, твоего кэрри хуярят. Убить, убить, просто скайма. Хорошо, блядь, неужели? Все, спасибо, блядь, за ТП, спасибо. Спасибо, ребят, спасибо. Я все, у всех все спиздил, извиняюсь, но обстоятельства. Все, спасибо, молодец. Покупай, пожалуйста, телепорт, я прошу тебя. Прошу тебя, покупай телепорты, пожалуйста. Ты тупой, нахуй, че? Ты че так долго реагируешь? Скажи, я на инициатора похож? Да, блядь, ты на него и похож. Ты стараешься с керасой, блядь, дохуя армора даешь против СФа, который минус арморит. Я без армора, мне хуёво. Сейчас бы еще пушить, конечно. Было круто. Бля, нас тут вот эти три саппорта, Тиник и Скаймак, и Вишдоктор, они нас убьют. Тиник, это БКБ. Надо отойти, тут они нас ёбнут. Ну, Тини сверху. А, там уже все возродились. Да. Я об этом и говорю. Там, типа, СФ долго возрождается, ну похуй. Я же говорю, видишь, типа 5 на 5 мы сильнее их. Правда, вот бараков нихуя не осталось. Если бы он, блядь, раньше прожал, ты поебаная СФ. Которого у него нету. Вот, у него нет телепорта. У него нет телепорта просто. Это настолько печально. На, держи тебе досты, слышь? На, еще, короче. Мне... Бля, хотя нет, у меня пусть будут на всякий случай. Блядь. Ну все, у меня гонимчик есть. Есть вард сюда поставить? Вот сюда вард, 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 вард на новорке есть? Ну, блядь, у них два сильвера, тут тяжело. Два сильвера, они все в меня дали, ребят, давайте там. Как-нибудь, ульту, все ульту ВД дали меня, и Малидик тоже. Типа, там, блядь, два сильвера, нахуй. Сатаник снимает эффект Сильвера, ты не знаешь? Я знаю, что я тупой и я умер. А чё, бля... Я не могу выйти в черепушки его. Это бред. На слюкан, блядь, АФК фармит лес. Без ТП, сука. Ой, блядь. Я не знаю, это пиздец. Бля, ну у них два сильвера, это пизда, это хуёво. Два сильвера. Два сильвера, это жестко. Мне нужно, maybe, вторую керасу. Нет, я шиву сделаю, подожди. У него 21. Убить его? Убить его? Я иду тоже на ноге, если чё, там, если будет файт какой-то. Убейте, убейте, я бегу, бегу, убить. Нельзя так, он ошибся, он должен умирать. Хорошо, ребят. Скамага, скамага, помочь, зацепить как-нибудь. Минус тиник, я тиника убиваю. Скаймага бей, я тиника забираю. Скаймаг, он умер, он умер. Блядь, скаймаг убежал. Он умер, он умер, он не должен там выживать. Ну, досты на всякий случай, да.
25 магического урона как-никак с застов. Ты знал, да? 25 урона наносят. Раскрытие с невидимостью, да? Магический урон. Есть ТП наверх, ну, ребята, у меня ТП нихуя нет. Люкан там... Ну, не, Люкану нельзя ТП-ться, у него самый важный телепорт. Заберем. Потому что он... У меня ТП нету, просто задефай, не забирай. Он тебя не убьет, типа... Не, возможно, и убьет, кстати, за хекс. Блять, ну ты просто отдаешь Т2. Просто выйди. Третий скилл нажми заранее. Ты его не убьешь, не иди за него. Просто скипни, да. Все, молодец. Ага, чел решил умереть, блять, на миду. Владимир умер. Ёбаный ты, Владимир. Бля, может, я думаю, что купить. Что-то купить. Может, Тараску какую? Потому что если меня отключают пассивку мою, это будет хуёво. Тараску мою. Её... Че, может, мне еще что-то от магии? Или лучше аганим собирать? Хз. А? Два брейсера я, наверное, продам. Вообще надо байбек, байбек нужен. Не знаю. Зачем тебе сопротивление магии? Нейтралку какую-нибудь возьми. Потому я, например, вот это возьму. Бьются магии. У меня БКБ, мне похуй. Вообще нужно было, чтобы ты пайп собрал. Пайп же лучше, блядь, на команду. Миллион раз лучше. Ты же саппорт, блядь. Ты же не должен забивать. Конечно, типа... Шраут, я понимаю, тебе на аджорно урон, но, блядь, пайп здесь для всех хорош. Я думаю, для... Здесь тиник сейчас будет проходить. Пизда тинику. Хорошо, дал дизарм. Все впитал, если что. Сейчас, помогите мне, меня сейчас Сильвера ёбнут. Я ебашу вот этого. Я ебашу, ебашу. Хорошо, дальше. Дайте три квадрокилл. А похуй. Не-не-не-не-не, fuck you. Хер тебе. Квадрокилл, на мувике, ебать. На мувике, ребят, вы же в телевизоре нахуй будете. Смотреть. Нормально я забатил? Не? Мне кажется, отлично. Я шар, я шар. А? Нахуй я выкупился? Ну, ты типа для, знаешь, для плотности так, для количества психологии, чтоб давило. Типа у них, бля, еще 4 героя живых, ебать. Понял? У них 2 клоуна. Этот, погнали. Конечно, конечно, да ты гений, ёбаный урод. Так, ну все, меня выдают, нормально, я переживаю. Сейчас с сатаником от Vampirius. Блять, это пассивный сатаник работает, прикинь. Ты видел, какой я жор, ёбнешься? Ну я говорил то, что эту игру мы выиграем. Ну, типа не выиграем, но явно, типа, будем сильнее. Так, ну я убил этого. На самом деле, продавайте меня, я, короче, умер, наверное. А можешь отойти, я его хукну. Хотя, на самом деле, бля, вы можете подойти, у меня сатаник, БКБ-ха, мы их трахнем здесь. И, может, закончим игру. У меня сейчас тиник влетит, я БКБ сразу, наверное, прожму. Там ульты нету, с камага, примерно 10 секунд где-то. Чуть меньше, может. Спектра бы, если прилетела. Ну вот, тиник меня повлетел, как я и прочитал. Хорошо, хорошо. Меня всю хуйню дают опять-таки. Скайбага. Хуярю, хуярю. Ну все, они игру проебали. А где ты? Слышишь, ты на... Мы же заканчиваем. Не отходите, мы же заканчиваем. Спектра, прилетишь? Они нам ничего не делают. СФу пизда, СФ хуйню делает. Бля, ебать, что они делают? Они просто посыпались. Охуеть. Что они делают, боже. Такой видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребят. Увидимся в следующих видосиках. Ну, как всегда, я с 0 минуты говорил, типа. Да, короче, всем удачи, всем пока.